В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» представители Союза кинематографистов Беларуси решили поздравить полоцких ребят с наступающими праздниками и поделиться частичкой своего тепла. Для немногочисленных воспитанников социального приюта привезли подарки, чтобы сделать их счастливее. Ведь праздник должен быть у каждого ребенка, несмотря ни на что. Гости угодили всем без исключения – и модникам, и сладкоежкам. Перед новогодними праздниками для детей сотрудников Полоцкого государственного университета имени Ефросинии Полоцкой провели интерактивную программу «В гостях у новогоднего дракона». В Ледяном королевстве мальчишки и девчонки весело играли, активно танцевали, рассказывали стихи и пели новогодние песни вместе со сказочными эльфами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок из рук Деда Мороза и Снегурочки получил красивый новогодний подарок, заботливо выбранный правкомом работников университета. Старшие дети тоже не остались без внимания. Для них устроили экскурсию по Полоцку. Коллегиуму. Вместе с родителями ребята узнали истории величественного здания, задали вопросы мудрому старцу, сделали праздничные открытки и получили сладкие подарки. Команда «Дебют» Полоцкой государственной гимназии номер 1 имени Скорины приняла участие в финале турнира по шахматам приз Центра Ладога. Он проводился в Российской Федерации и был посвящен 15-летию региональной спортивной федерации шахмат Ленинградской области. Полочане посетили Тосное и вернулись с наградами и яркими впечатлениями. Соревнования проводились в двух группах. Гимназисты приняли участие в турнире сильных игроков. В результате Алиса Журко заняла второе место в личном зачете среди девушек. Среди участников из зарубежных государств Роман Руденок и Виктор Руденок, Варвара Мелешко отмечены дипломом второй и третьей степени, Алиса Журко диплом первой степени.